Всем привет, друзья! Мы сегодня вот в таком красивом с вами живописном месте. Это недалеко от нашего поселка. Такой заливчик здесь красивый. Очень классно. Солнышко припекает. Мы, как всегда, едем за детьми и по пути показываем вам наши красоты. Замечательное место. Сада. Ага. Так, Саша пахал огород сегодня тети. Вот соседний. У нас тоже скоро надо будет. Ну, сейчас 3 дня дожди будет. И мальчишки сегодня скопали грядочки вот эти все. Так, вот здесь надо будет еще. Ну, тут мы решили не скапать, потому что у нас насеялся укроп. Я думаю, что он вылезет скоро. А тут лучок прополоть надо будет. Здесь. Кто? Был клоп. Вот, одуванчик сорви. Хомячкам. Пускай немножко прогревается. Погулялись хорошо сегодня. На свежем воздухе. Мама, ну откуда? Ну идем, идем. Мама же не может быстро. Потихонечку дойдем сейчас. Ну ты зачем оторвал? Надо было весь, Ваня, а то сейчас насоришь. Они бы сами себе надергали. Что надо? Так, мы уже дома, скажи, да? Ребята кушают. Так, я тоже себе готовлю. У меня сейчас японская диета, кто не знает. И у меня по, значит, меню сегодня мясо. Я его взяла сразу крученое, потому что мне такое цельное, вот куском как-то там что-то его отпарить, отварить или обжарить очень сложно жевать. Поэтому я сразу купила фарш говяжий. Просто у меня сейчас будет такая котлетка на пару. Без соли, без всего. И стакан кефира. Пока что все хорошо, я держусь. Так, а Саша у нас полез в сад. Вырезает всю старую малину, оставляет только новые кустики. Вот сколько нарезал уже. Нашел время, да? Ага, не говори. Может, покушаем пойдем хотя бы? А? Покушаем пойдем? Да не, я сейчас тут дорежу. Я смотрю, что без листы уже целая куча сухих стоит. Угу. А с листочком мало. Ну, скоро, сейчас, конечно, пойдет потом. Света. А вот еще срезал кусты все. Старые цветы все подрезал. Мальчишки пришли с тренировки. Сейчас пойдут на грядки, сказали. Что-то там доделывают. Папа им там ценные указания дал с утра. Они сходили на тренировку, а погулять даже еще успели. И сейчас надо доделать работу свою. Опять крыльца. Опять крыльца. Опять отломалась. Походу ему уже не помочь. Конец ему. Там подшипника нет. Подшипника? О, я сделал. Там все сайки отлетели. Угу. Алиса тоже что-то там делает. Мишку что ли пытаешься катать? Он такой мама. Маленький, что не прокатишь его, вот он лишь так. Падает. Мама, смотри, он крутится. Угу, только так и играть осталось. Папа, семейка моя. Если я еще поеду, то она столкнется. Все, мы на выходных сейчас, суббота, воскресенье, завтра. Ой, все пришли, привет, привет, привет. Так, Слава, руки мыть сначала, сразу на кухню идем. Сначала моем руки, потом садимся за стол. Чего? Я в дом, когда захожу, не могу не помыть руки. Это ж хорошая привычка. Это вообще... Вот это, она меня раздражает, во-первых. Привычка это? Да. Ну, так это же нормально прийти, помыть руки. Ой, что тут Саша. Раздражаться? Я, блин, в смысле, руки до того не вспотевшие, а чуть-чуть грязь и... Что, бегали или что делали? Миш, ты кушать пойдешь? Нет, надо грядки делать. Ну, сначала покушаем. Так, это не уже.
стемнеет. Как папа. Ладно. Иван ни подлив, ни мяса не хочет, ничего. Салатик сегодня приготовила с кириешками, с сыром и с фасолью. А где кириешки? Отказываются. Купили где? Это что, фасоль? Это фасоль. Это очень вкусно, попробуй. Я когда на диете, я стараюсь это, как сказать, закармливать всех. Это у меня такая манера постоянно. Потому что, видать, самой очень сильно хочется. И хочется, чтобы кто-то кушал и наблюдать за ними. Психология сплошная. Ну, да, у нас вчера гости были. Приезжали. Мы тут, у нас чаепитие было вечерешнее. Так и это, да, так и осталось. Печеньки всякие. Два гостя, да. Доча, не надо, иди унеси на место. Я ему ногу отрывала. Дед Мороз говорит тут. Дед Мороз, это подарок. Упал подарок. Ну куда ты положила? Так, я тоже вышла, пойду курей кормить сейчас. Травки надо им нащипать или собрать траву, которую ребята сейчас будут выдирать. Ой, как здесь хорошо, тепло, прям красота. Вот эту вот сейчас. И вот эту травку можно курочкам. Выросла трава, да? А? Это же трава. Где? Чистотел, что похоже, это чистотел. Разве он? Вот его вы пересадить он куда-нибудь. Он странно как-то выглядит. Ты что там, засадил что-то? Ну, конечно, я же малину драл. В перчатках, надеюсь? В перчатках. И все равно засадил? Все равно. Вот я так в прошлом году засадила, у меня шипички выросли. Сейчас, правда, уже нету. Ну, а укроп, да, должен появиться. Вообще. Земля мягкая, хорошая. Постирала галошки, такие чистенькие стали вообще. Красота. Прошлогоднешние. Так, здесь у нас огурчики будут. Так, Надюша, что делаешь? Корни убираешь? Траву, да, куряну сейчас соберу. Отнесу. Крапива прям у нас тут что-то бушует конкретно. Это же приведенная земля. Крапивы немерено. Что, вытащил? Да, часть вытащил. Сейчас смотрю, где-то еще кого. Папа, только большие. Большие только. Лучше все вытащу. У нас только-только березка, смотрите, зацветает. Листики зеленые. Надо, кстати, это... То, что у нас тут холодно. Как они? Гранатки? Гранетки? Гранетки. Гранатки. Гранатки. Кто-то советовал нам фруктовые деревья. У нас тут фрукты не растут, к сожалению. Ягоды, может быть, да, деревья какие-нибудь, яблоньку там, может быть. И то надо такую, чтобы она еще к морозу была адаптированная. Здесь постоянно ветра и холодно. Ни о каких фруктах тут и речи быть не может. Тут бы огурцы с помидорами как-то посадить, чтобы выросли. Да, грядки у нас высокие нынче. Мы в прошлом году их оборудовали. Подняли над землей. Вот, и поэтому... Намного лучше. Ну, земля, смотрю, просела, Малеха. Ну, когда здесь просеется, куда он денется? Ну, еще будет проседать. Было больше, но надо еще землю покупать. Земля у нас привозная, покупаем. Ну, многие так делают. Но можно снимать? Кого? Куртка? Нет. Поясницу надует. Нет, иди кофту одевай. Это тебе так кажется. Ну, а почему ты в куртке-то, я не пойму. Надо кофту одеть, Надя. Мам, мне нужно рукава убрать. Ну, бери. А раздеваться нельзя, на улице прохладно. Надует поясницу. Он вообще, Димка, он куртку одел. Будем морковочку скоро садить. Ой, сильно просела. Ну, вот ты же говорил, по-моему, что до второй доски как раз опустится. Отпарить надо ее. Нет, в кипяток.
перчатках засели, я сейчас перчатку одела, они начали пальцы тыкать. Поменяй перчатки. Поменяй перчатки. Здесь Саша спахал уже у тети огородик. Вот теперь нам надо.